я обещала оставить отзывы о моем новом клее-пистолете. Так вот, как вы заметили, в моем старом клее-пистолете постоянно вытекал клей. А тут я работаю стоп-капля. Мне очень сильно понравился, и я была довольна. Кому интересно, фирма Master Tool. Для нашей хризантемы понадобится бумага гофра. У нас сегодня будет такой ванильного цвета. Потом трубочка, ну, любая. У меня есть бамбуковая. Но вы можете взять ее из фольги, пищевой пленки, ну или же обычных конфет. Сейчас будет размотать рулон, да, а потом разрезать на 20 и 30 сантиметров. Разматываем как всегда, чтобы можно было нормально отрезать, чтобы было не тяжело. Метра. Мы отрезали метр, и у нас осталось 1,5 метра. Еще там, где 1 метр, отмечаем 20 сантиметров и отрезаем. Метр нашей бумаги и отмеряем 30 сантиметров. И отрезаем. Отрезок 1,5 метра и отмеряем 40 сантиметров. И потом обратно отрезаем. Получаются такие отрезки. 20 сантиметров, 30 и 40. Заберем отрезок первый наш 20 сантиметров и нарезаем по 3 сантиметра полосочки, но не дорезая до конца 2 сантиметра. Видите, что у нас получилось? Из нашей микровой полосочки мы нарезали полосочки по 3 сантиметра, но не до конца. Теперь мы берем полочку 3 сантиметра и вот так вот пополам ее делим. И теперь берем, как в тюльпанах, и мы ее вот так вот скручиваем. Вот так вот. Конец приклеиваем. Приклеиваем с нашими всеми листочками. Еще один кусочек, который у нас оставался 10 сантиметров, и мы его тоже перерезали на такие кусочки. И мы будем его использовать для серединки. Кусочек берем и отмеряем 4 сантиметра и режем. И также делаем с большим кусочком. Ну что, давайте делать. Вот такие у нас лепесточки получились. Вот еще у нас есть. Вот лепесточки. И теперь мы должны взять и вот так вот их скрутить. И потом, когда вы скрутите, их надо будет сюда так приклеить. Какой у нас цветочек получился? Получается.
Теперь берем немножко побольше. И вот так и накладываем. Если вы видите, что у вас видите вот так вот, надо немножечко подправить, чтобы она была не впритык. Расправляете. И вот так приклеиваем. Вот такая у нас получилась красивая хризантема. Но мне кажется, что в ней не хватает еще одного ряда лепесточков. Так что мы сейчас еще добавим один ряд лепесточков с наших обрезков. Да, получилась у нас красивая хризантема. Сюда надо нам вырезать тут вот так вот зигзагом или заборчиком. Видите, какое у меня получилось красивое основание. А теперь мы делаем листочки, как и на нашей розе. Берем кривой пистолет. Теперь наклеили, ложим проволоку и придавливаем. Вот так вот у нас поначалу выходит. Потом берем и вторым слоем проводимся клеем. И ложим листочек. Также с вами придавливаем. Вот так вот. Убираем ненужные нам лепесточки или части. И теперь же берем волной такая режем жилочки. Их можно делать ножницами или же ногтем. Так вот. Теперь берем и растягиваем края. Вот такой у нас получился листочек. Хризантема и листики готовы. Теперь мы можем его прикреплять на ствол. Сейчас красивая хризантема. И ее можно использовать как для фотографий, ну и для украшения интерьера. Вы можете фотографироваться как и на подставке, так и можно сфотографироваться вот
так делаем руки. Когда она обратно вставляется, вот так вот, и можно, чтобы она продолжала стояла вас и украшала интерьер. Также можно его подарить друзьям и близким людям на подарочек. Ну а что, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И чтобы не пропустить новые видео, нажмите на колокольчик. И всем пока-пока! Hellcat.